Кого я вижу? Не всегда дома. Вот так вот меня встретил сам мистер Йен. И мы сейчас идем. Здесь такие вот автобусы. Едем в центр города, где я буду жить. Let's go. Друзья, мы едем в автобусе в центр города. How long we haven't met? Haven't met each other? Nearly 2 years. Yeah, 2 years. Как закончили вышку в 2017? Сейчас 18. No, 1 year. One year. Because we graduated from last year, right? From HSC. Yes, yes. И вот наконец-то мы увиделись в Янме. Моя мечта сбылась, и я очень рад, что я увиделся с своим одногруппником у него дома. Очень многообещающе. Say something. Очень хорошо. Очень хорошо. Your Russian has a progress. Мы приехали в центр города, сейчас выдвигаемся к отелю. Дождь идет. Ай. Там уже имеет собака, да? No flag. Так выглядит центр города. Все очень тесно. По рассказам местных друзей, это самая населенная часть мусульманами. Тоже, как и в Джакарте, ходишь между машин. Сейчас дождь идет небольшой. Вот доказательство того, что здесь живут мусульмане. В самом центре Янгона стоит мечеть. Вот здесь 3 мечети разных. Первый вид на пагоду. Никогда не слышал, как он говорит по... Be calling your hotel call for me. Here, please, here. Okay, so it's just in the downtown. Yeah. Oh, a friend of this. С пагодой под мышкой буду жить. Под боком. What is it? Primary school. Primary school. Начальная школа. В поисках еды. We are looking for food. Culinary. Yeah? Thank you. Все восхищаются моим... How it called? Longji. Longji. Longji? Yes. Longji. Это называется double attraction. Такие улицы жилые в центре Янгон, Янма, Бирма. Бирма.
Яна, Бирма. Бирма. Вот. In Soviet time they call Бирма. Бирма, да. Мы пересекаем дорогу. Тоже нет ни светофоров, ни ничего. Просто бежишь. Вполне впечатляюще. Something. Let's go. I would love to say something in Burmese. Wait.